Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и на этой неделе в Epic Game две бесплатные игры. Darkwood и Team Jam Earl Back in the Grim. Первая игрушка просто бомба. И на следующей неделе, что я запишу это видосик, и так бы его записал, потому что первая игрушка мне понравилась, довольно такая мрачная, прикольная, ходишь там, ищешь какая-то история, что-то там, прикольно. А вот Fallout 3 любителям вселенная Fallout. На следующей неделе в Epic Game будет раздавать третий Fallout. Ролевая, открытый мир, приключения, одиночное. Позволит вам насладиться лучшей игрой 2008 года, как никогда раньше. Создайте персонажа и окунитесь в невероятный постапокалиптический мир, в котором борьба за выживание не прекращается ни на минуту. Fallout 3. Game the Year Edition. Так, а дальше мы отправимся в Darkwood вместе с Розе. Enter, пробел, escape. Чего, блядь? Так, настроечки, да, полный экран, высокий. Высокий максимальный. Вертикалочку, похуй. Чтоб не жрало зря там ничего. Погнали, что за игра такая интересненькая? А, загрузка тебе как долго? Что за хуйня? Вы собираетесь играть в сложнейшую игру, где не прощаются даже малейшие ошибки. В их глазах я вижу ненависть и страх. Будто это я виноват в распространении заразы. Будто это я источник всех несчастий, опустошающих эту землю. Мне негде от них спрятаться, некуда убежать. Лес прикрыл все пути к отступлению. Мы обречены. Вау, вид сверху прикольно. Слушайте. Ух ты, двигаются. Вон ножки такие, опа. Ага. Тап, это рюкзачочек. Это хпшечки наши. Интересненько. Что-то довольно интересненькое. Разобрать баррикаду, все равно, что совершить самоубийство. Что я должен тут? Я не знаю, как это сделать. Блин, а слушайте, мне нравится. В генераторе кончается бензин. Нужно раздобыть полную канистру. На восток от дома я видел разбитый трактор. Может, там что-то еще осталось. Ага, окей. Заперто, можно открыть с помощью отмычки. Прикольно. А ну побежал. Мои инструменты. Тут там хуярит дверь, блядь. Никого нема дома. Тут там, сука... Блять, что это было? Что я взял что-то? Нихера не мой. 1, 2, 3, 0. Я бы лучше ее не открывал. Я приложил слишком много усилий, чтобы его там запереть. Ага. Опа. А вот тут я не был. Чё, сука, за звуки, блядь? Закрой, нахуй. Можно я тут закрыть её? Заколотить чем-то, блядь. Радио. Уже много лет в эфире царит тишина. Только иногда мне кажется, что сквозь шум слышно что-то там.
перетягиваем. Ложим тряпка. Че это у нас? Самогон, естественно. Доска. Берем все. О, ключ. Им я открою парадную дверь моего дома. Так, взял спички. 15 спичек. Мой медицинский справочник. Короче, какая-то хворь, я так понял. Так, ну все, мы собрали тут. Лучше туда сейчас не заходить. Блин, звуки. Я только проснулся. Мир, встречай меня. Это что такое? Уже я не буду подходить к нему. Когда-то она была роскошной, но с тех пор, как все дороги заросли, она стала бесполезной рудой железа. Так, какие-то заметки. Если бы они еще писали бы что-то. Собака, песик. Мой песик, наверное, уже не выкарабкается. Нужно ей помочь. Я только могу сам себе употреблять, ну в смысле. Ага, нажмите пробел, чтобы перепрыгнуть забор. Опа! Обыскуем дальше. Давай, ищем дальше. Дерево. И чё? Дерево. Нажмите Tab, чтобы открыть инвентарь. Перенести топор на доступ, чтобы взять его в руки. Мы нашли топор случайно. Ой-ой-ой! Опа, он еще и ломается. Кость. Собаке кость принести. Я что-то видел. Что это такое? Открыта новая локация. А я могу чинить? Чинить могу? Ну, нравится исследовать. Очень интересно. Куда она нас приведет? Чтобы открыть карту, нажмите M. Ага. Перечеркнуто, это мы сейчас вот здесь. Я нахожусь здесь, и мы идем в ту сторону. Опа. Забираем спички. Так, шифтом все перемещаем. В этой части леса очень темно. Мне нужен факел. Ага, крафтинг. У меня крафтинг появился. Факел с бензином. Факел без бензина. Крафтинг, факел. Так, быстрый доступ его. Ага. Я могу биться. Тут дорожка какая-то, или мне кажется? Мне кажется. Я факел нужен, то что я ничего не видеть не буду. Все, потушу. Во. Ничего не видно вообще. Ой-ой-ой, какой-то кокон. Ты че это такое? Тело. Еще пару дней, и его полностью абсорбируют. Оп, так есть, так нет. Это маниакальная игра.
Вот что тут происходит? Что это за маниакальная фантазия такая? Топорчик тут не катит. Что это за шабаши тут проводились? Каких тут ведьм изгоняли? Или призывали наоборот? Мужик. Мужик, все хорошо. Этот, похоже, еще дышит. Он без сознания. Раньше я его здесь не видел. У него при себе только ключ и какой-то дневник. Если он как-то сюда попал, значит, должен знать, как отсюда выбраться. Конечно, по собственной воле он мне не поможет. Но это... не по собственной воле. Уже не имеет значения. Я должен выбраться из этого проклятого леса. Слышишь, лисеныш? Покажи мне как, и я тебя отпущу. Иногда я слышу ее голос. Она зовет меня к себе. Просит вернуться домой. Где выход? Покажи мне, где я. Да, бедняга. Так хочет выбраться. Я прихлопну тебя как муху, если так будет нужно. Подонок украл мой ключ. Слушай, я что-то вообще не понимаю. Я играл за чувака, потом я стал играть за вот этого чувака. Или... Чё, я не пойму. Создать отмычку, да? Использовать отмычку. Тут у нас лопата. И фонарик полукосанный. Опа-опа. Где ты, сука, делся? Тихо-тихо. Где ты, сука, делся? Это вы узнаете в следующей серии. Если видео наберет 20 лайков, я продолжу играть в эту игру.